Сирии разбился российский вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 2 пилота, еще один человек оказался в больнице. В Сирии разбился российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Пишет Интерфакс. Как отмечается, в результате авиакатастрофы погибли 2 пилота. Еще один член экипажа, борттехник, находится в больнице. Как заявили в военном ведомстве, вертолет разбился из-за технической неисправности. В Минобороны уверяют, что вертолет не обстреливали. Хоть вертолет разбился еще 31 декабря, Минобороны сообщила об этом только сейчас. Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев. Напомним, 10 октября 2017 года в Сирии при взлете с аэродрома в Хмеймим разбился российский бомбардировщик Су-24, экипаж при этом погиб. По материалам сайта news.com.